Глава Коми Сергей Гапликов поздравил жителей республики с Международным днем защиты детей. В своем обращении он отметил, сегодня и на федеральном, и на региональном уровне уделяется особое внимание поддержке семей с детьми. Стартовало объявленное президентом России десятилетие детства, в рамках которого власти всех уровней объединяют усилия в сферах здоровья, сбережения, оздоровления, воспитания, образования, социальной защиты, а также интеллектуального, культурного, физического и духовного развития подрастающего поколения. Начавшееся лето, по мнению главы Коми, это самый лучший повод, чтобы уделять больше внимания детям, проводить время с семьей. При этом не важно, поехать вместе к морю или на дачу, главное – проводить время вместе.